Киеве около 3000 человек прошли по центральным улицам в День Победы, приняв участие в акции «Бессмертный полк». Акция памяти погибших во Второй мировой войне носила антифашистский характер. Ее участники возложили цветы к могиле неизвестного солдата у мемориала Вечного огня. Тем не менее, не обошлось без инцидентов с участием украинской радикальной молодежи, представители которой пытались сорвать марш памяти. Полиции пришлось вмешаться, в результате чего были задержаны 45 человек. Говорит житель Киева Ярослав Лысенко. Никакого будущего у нас. Для нас нет будущего, если мы будем и впредь отмечать этот день с георгиевскими ленточками, серпами и молотами. Для меня лично георгиевская лента – символ тех, кто стреляет сегодня в Донецке. Русские, пришедшие на нашу землю, все ходят с георгиевскими лентами. А для меня это знак неуважения и вообще провокация. Это не повага и провокация сейчас. Между тем, в Донецке прошел парад победы с участием военной техники. В акции приняли участие ветераны Второй мировой войны и власти самопровозглашенной ДНР. В Донецке сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк».